Извращение благой вести. Извращения иудейские. Были такие группы людей, как назаряне, эбиониты и елкисаиты. Назаряне. Назаряне – это иудейские христиане. Они использовали только Евангелие от Марка и послание Павла. Они верили, что Иисус божественен и что Он родился от Девы. Но они строго соблюдали закон, хотя от язычников этого не требовали. О них блаженный Иероним сказал так. Они хотели быть и иудеями, и христианами, и потому не были ни теми, ни другими. Только Евангелие от Матфея. Ну, вот видите, у меня другой источник так говорит. Но, во всяком случае, скажем так, они ограничивали, избирательно относились к Евангелию. Вот. То есть они хотели быть иудеями, и они хотели быть христианами. И не были ни тем, ни другим. Но вот они назаряне назывались. Эбиониты, это значит бедные, как-то. Это фарисейский тип, монотеисты. Вы знаете ли, что проблема монотеизма, она очень жестко стояла, потому что вся иудейская традиция, весь Ветхий Завет, он же говорил, один Бог, наш Бог один. И это очень трудно воспринималось, как же так? И мне кажется, что Иисус это как-то предвидел, или чувствовал это, видел это. Потому что, вы помните, это 14 глава Иоанна, он говорит, «Да не смущается сердце ваше». И дальше что? «Веруйте в Бога, и в Меня веруйте. И в доме Отца Моего обители много, и пойду приготовить место вам». Вы понимаете, то есть он «веруйте в Бога и в Меня веруйте». Так вот это очень тяжко давалось, проблема монотеизма. Так вот эти эбиониты, они были монотеисты. И они решали вопрос так со Христом, что Иисус понял, что Он Мессия, когда при крещении на Него сошел Дух Святой и сделал Его способным совершить труд пророка и учителя. Смерть и страдания Иисуса они замалчивали, они молчали об этом, они не могли Его объяснить. Вы знаете что, милые мои, я хочу, чтобы вы посмотрели вы вообще. Ведь Евангелия писались уже после Христа. Христос не оставил какого-то письменного учения. И ученики его даже оставили при его кончине. И все, что оставил Христос явно для всего мира, это крест, послание креста. И потом поколение за поколением, включая наше поколение. Мы разгадываем это тайну, тайна креста. Что это означает? Что там произошло? Что это значит для нас? Понимаете? Это то, что Он оставил. Другое, под водительством Духа Святого написали святые апостолы, Евангелия, потом послания были. Но вот то, что сам Христос оставил, это крест. И это великая действительно тайна. Православные говорят «животворящий крест». Мы, протестанты, говорят, это орудие пытки и мучения. Вы понимаете ли? Потому что на кресте он умер, но потом он воскрес. И вот эти два момента, их нельзя соединять в одно. Жизнедающее воскресение –
А это расплата за грехи, наказание за нас, воздаяние нам. Он стал грехом за нас, понес немощи, понес болезни, понес все страдания за нас. Понимаете как? И потом воскресение, которое дает жизни, животворяет нас. Видите, какая вот вещь? Это сколько бы должно было пройти времени, чтобы разделили два действия разных. Вот, ну ладно. Так вот такие вот были заблуждения. И как всегда, какие бы ереси мы ни изучали, там непременно будет какая-нибудь из ересей магическая. Елкисаиты – это маги, астрологи, тайные учения о законе, об омовениях с магическим очищающим значением. Омовение, которое не просто вот омовение, а это какое-то очищающее душу, магическое действие. Давайте-ка прочитаем Библию, откроем, потому что это написано вот Колоссянам. И 1 Тимофея, это о них написано. Давайте почитаем. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией. Философия – это эллинская философия, это греческая философия. И пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Посмотрите, пожалуйста, 16 стих. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов. Это вот это Елкисаиты. Вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом. Если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений «не прикасайся, не вкушай, не дотрогивайся», что все истлевает от употребления по заповедям и учению человеческому. Давайте прочитаем только здесь эти тире. Они выделяют, что все истлевает. «Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся по заповедям и учению человеческому». Это не от Бога, это от людей. Что это вот святое, а это нельзя трогать. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренном мудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти. Вот эти взгляды были естественной реакцией на первоначальное христианство, которое еще не овладело всем откровением во Христе. Кроме того, вы знаете, всем такая мысль была, что закон, данный Богом, он вечен. Сам Бог един. И поэтому божественность Иисуса Христа воспринималась евреями как что-то вроде идолопоклонства, которое запрещено Богом. Понимаете как? То есть, да, это вот, конечно, не совсем человек. Или совсем не человек. Это такая фраза есть в иудейских древностях. В это время был человек Иисус Христос, если это был человек. То есть очень осторожно так, если это был человек. Но еще прямо никак не сказано, что это и был Бог. В нем пребывает вся полнота божества телесная. Так, теперь это извращения иудейские были. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступно. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com.